С праздничного богослужения и крестного хода с частицей мощей святых Петра и Февронии, прибывшей неделю назад в Ангарск, началось торжественное открытие. Идея появления в Ангарске скульптурной композиции принадлежит руководству администрации города. Она была поддержана и ангарским духовенством. Год назад у главы города, у администрации, как эта идея была поддержана депутатами очень с энтузиазмом и активно. И начиная от самого возрождения и до сегодняшней реализации, она проходила под покровительством настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора отца Владимира, за что мы очень благодарим, потому что столько тепла и покровительства, наверное, без него бы мы не получили тот результат, который видим сегодня. Для скульптурной композиции была выбрана площадка возле Свято-Троицкого собора. Бронзовые фигуры святых изготовлены в столице и прибыли в Ангарск всего за несколько дней до открытия. Ангарск – 21-й по счету российский город, где появилась скульптурная композиция святых Петра и Февронии. Ее возведение стало возможным благодаря поддержке общенационального проекта «В кругу семьи» и реализации большой программы администрации города, направленной на сохранение семейных ценностей и возрождение образа крепкой семьи. Эти бронзовые фигуры – только начало. Через год, как пообещали представители администрации города, рядом появится парк семьи. Парк начинается в композиции памятнику Петру и Февронию, а дальше завершится в конце вот этого сквера новым дворцом бракосочетания. И вот между памятником и дворцом бракосочетания, значит, здесь будут разбиты дорожки, в том числе велосипедные, будут поставлены вот эти лавочки чугунные, литые, вот такие же фонарные столбы. Я думаю, что это место станет любимым местом ангарчан. Символичным открытие стало для 4 семейных пар. 3 из них заключили свой брак несколько часов назад, и одна чета уже справила свою золотую свадьбу. Я считаю, что это значимое событие для города Ангарска. Это даже не для города, а для всей области. Я думаю, что молодым, как на этом памятнике, будет приятно здесь побывать, ощутить какие-то силы. Вот так как мы здесь, уже хорошо. Раз, два. Отныне символ любви, семьи и верности не только украшает архитектурный облик Ангарска, он наверняка станет главным в маршруте свадебных кортежей. Ольга Деребера, Михаил Трышкин, «Местное время».